Врачи Люберецкой областной больницы продолжают использовать в своей практике передовые технологии. На этот раз медицинское учреждение получило аппарат УЗИ экспертного класса, который позволяет проводить исследования сердца через пищевод. О новых возможностях кардиологов наш следующий сюжет. Новый вид ультразвукового исследования сердца врачи Люберецкой областной больницы освоили недавно. В отличие от традиционного обследования через грудную клетку, этот метод более информативный. Получить четкое изображение не мешают такие преграды, как кожа, подкожная клетчатка и ребра. Сердце пациента видно, как на ладони. Достаточно высокая визуализация и видимость настолько хороша, мы можем достаточно хорошо оценить ситуацию и дать более точные ставить диагнозы. Исследование сердца через пищевод делают только в условиях стационара под местной анестезией. Показания к такой процедуре определяет врач-кардиолог. Используется, когда есть такие заболевания, как клапанные пороки, инфекционные эндокардиты, когда пациент после кардиохирургической операции протезирования динамики смотрит функцию клапанов и интраполостные, внутриполости сердечные образования, да, такие как тромбы или там опухоли. Раньше для проведения такого исследования жителям Люберец приходилось обращаться в федеральные клиники. Теперь такой необходимости нет. Высокоточную диагностику можно сделать в своем городском округе. Луиза Игязарян, телеканал ЛРТ.